Вышел. Все что-то ушли. Погиб, убил, убил, вышел, убил, вышел. Смотри надпись. Тут вообще бред творится. Хуёвые здесь люди какие-то. Правда, народу не так уж и много. Опять не, нет. Короче, база рядом с тобой на дороге появится. Понял. И типа, если будешь, если будет по скидке, это мой первый воздушный транспорт с ракетами. И а я ты его за... Бах. За сколько ты его купил, кстати? За полцены. 50% скидка вроде бы. Или 60, или 40. Лимон 700, ну, короче, это приблизительно 850 тысяч, да? Ну да. За... То есть 1 миллион готов. Не шел ко мне в сессию? Ну, нет, еще сейчас зайду. Я их загличил, замутил, прости, пожалуйста, я же не могу. Нет, был, да я так отходил. Давай я к тебе зайду. Мне 24 человека в сессии, ты сколько? Транспорт. У меня 20. Сейчас вот я вот зайду. Можешь на задание арендовать. А типа. Я вам скажу. А, да, да, 20. Можешь один раз попробовать арендовать, типа, если понравится. Да. Блин, я думал, какую бы машину. Ну, мне кажется, я уже летал. Мне вроде уже давали поводить там. А давай в сессию по приглашению, давай, Димас. Знакомый. Я зайду сейчас в сессию. Я помню, какой-то мне вертолет дали поводить. Ну, он пиздец какой-то. Я ну да, он очень шустренький. Да, вот я бы на нем, конечно. Вот, Диман, на нем, вот, кстати, можно прокачать пилотирование. Вот, Диман, да. Мне интересно, вот на, да, кого ты бы хотел бы выучить? Ты тупо на нем кататься будешь, что ли? Да, я, да, так и прокачал пилотирование. Я не понял. Пока не купил себе. Мне интересно, да, говорю, на я кого тебе половину ты хотел пилотирования тупо на этом прокачал, а потом на лойде. Вот если бы ты бы сейчас, смотри, закончил. Если только, я захочу, вот если, да, бы, смотри, если бы только что бы, к примеру, ты закончил 11 класс, во время задания, у тебя офис, был бы, да, выбор, какие экзамены сдавать, на какой курс еще поступать. Нет, он всегда кем платный. Ты бы хотел бы стать в жизни, например, если бы только чтобы закончил 11 класс. Всегда. Смотри, база можешь вызывать тогда. Сейчас я тебя найду. Так, где-то. Че-то я тебя не вижу тут. Так. Сейчас еще раз. О, нашел. С друзей стало слишком много, блядь. Так, пригласить в игру отключено. Как это понять, отключено? Нет, присоединиться я не могу. Или попробую. А почему отключено? Что значит отключено? Вы не можете присоединиться к сессии другого игрока, пока вы оба не пройдете обучающие задания GTA Online с годными к использованию персонажами. Это что значит? Какие об... Какие обучающие? Так. Сейчас я пытаюсь загрузиться. У меня пассивный... Так. Я не помню. Видимо, это второй у меня персонаж. Я, видимо, одну обучалку прошел на другом персонаже. Но я сейчас за второго играю. Не знаю, это учитывается, не учитывается. Я бы прошел обучалку, но где она? Где? Мне же ее не предлагают. Мне похеру. Давайте обучалку еще раз пройдем, что. Мне не впало. Так, я куда-то подсоединился, не знаю. Либо я оказался там же, без понятия, сейчас, блин. Так, все, да, я к тебе попал. Ну что, пригласишь мотоклуб или как? Или мне, я смогу попасть в твой мотоклуб, или мне надо будет выходить? Ладно, сейчас. Так, из квартиры выхожу, красиво.
Я хотел посмотреть свой мотоклуб в открытой сессии. Это открытая сессия? Так. Тут мне надо сходить. Так. Я в пассивном режиме. Так, понятно. Пока. Сейчас. Что там нажать? Окей. Так, пассивный режим у нас теперь открыт. Главное об этом не забыть. Так. Так, мне вообще летающая тачка нужна. Ой, блядь, тут что-то летает. Тут как вообще люди-то? You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it to you. Самое интересное, что я уже играю в эту игру давно, а механикам научился пользоваться только пару дней назад. А я просто не пользовался своей тачкой, потому что она мне не нужна была. Но у меня это люкс не было. А тачку я просто брал чужую. А кстати, как узнать по карте, чувак на своем транспорте едет или на спичином? Чтобы можно его бомбить или нет? Никак не знаю. А то иной раз разбомбишь кого-то, блядь, а у него тачка дорогая. Так, это ты на самолете летишь? Так, понятно. Гидропонный цех, это что значит? Это твое или что это? Гидропонный цех, это чей на карте? Ну, марихуана нарисована на карте, это твое предприятие? Блять, а мой мотоклуб теперь недоступен, потому что я в твоем мотоклубе. Блять, я хотел посмотреть. Тут опрессор летает, блядь, это опасно. Дай-ка я, блядь, включу пушку на всякий случай, а то. Ой, блядь. Что такое? Ладно. Да этот лугандрай, пока этого нету, арена, я автобус болтаю. С Олегом. Арена, это арена в том числе. И вот он все нахрен. Так. You're a good driver, right? I need two of our fussiest high rollers driven safely back to the casino. Pick a safe pair of hands to drive the other car. This is much appreciated. Это общее задание. А, значит, только твое задание. Так, я в голубой тачке еду. Лечу, то есть. Да, туда мне надо лететь. Я не знаю, куда я лечу. Там я на тачку лечу. На тачку. Ну да, она, по-моему, там находится. Я здесь. А. О, наконец-то. Я тут стал. Ты автобус взял? А? Где автобус? Че, конченый диван? Что ты с автобусом сделал? Диман, ты ненормальный! Диман, ну что ты сделал? А что я сделал? А, ты нахрена еще? А, Диман, закажи еще автобус. Толкальщик хрена. Сейчас я же покажу, сейчас закажу. Вот так, я тебя буду толкать. Так, с какой стороны? На, Диман, вот так вот. Вот так вот тупо. На, улетел тупо, Диман. Да, захватит. Вот так вот, Диман, на, просто по головочке. Тун. Тунь, сна, Диман. Ты посмотри, что ты с моей крышей сделал, Диман. Она
Она... Я не знаю, а что с передом? Вот что ты с ним сделал? Как так? Вопрос, каким боком и каким раком, Диман, ты что, стрельнешь по роже? Так, ну-ка, подожди. Так. Ну-то у меня там постоянно... Я белый, да? Так. Так, дальше что? Это Олен, ты тут? Так, да. Ты дальше делай. Да, а, у нас разные точки, да? Это у меня хп мало было, ты что-то меня не убил. Ну, просто я автобус вызывал. Да, а что мне было делать? Наверное, пихать тебе надо было. Ну, ты посмотри, что ты... Как ты мне просто... Диман, я не знаю, как это просто. Вызови такой, как у меня автобус. Какой-то такой, как у меня автобус. Какой-то другой не вызывай, Диман. Не, такой, я какой не хочу, я хочу доехать без повреждений. Где он заспавнился, Диман? Ну тут можно купить. Вон мина пошел. Вон и так спокойно едет. Я, ну-ка стой. Это можешь не ехать? Это я хочу залезть на тебя. Он не едет в гору, не может. Не скинет? Да не знаю. На физике вообще насрать. Ой-ой-ой. Залази, Диман. Ой, я это, я... Да я ты меня задам потолкал. Так где автобус можешь? Что за улыбочка автобуса? Диман, ты можешь? Где автобус? Да. Так где автобус? Вы меня заблудили? Алло. Кого? Максим. За кого? Чего? А, да ничего не свет, он дровежит. Я на задании сейчас пока нет. Так, Диман, где автобус? Диман, ты понимаешь то, что у меня автобус сам поворачивается влево, то, что у него колесо так перекосило? Понимал? Да это все с пистолета мы сделали. А, с пистолета. Какой? Что ты за автобус вызвал, Диман? О, Диман, стой. Так я тебя просил такой, как у меня, заказать. А как он называется? Лапенброс. Я бы его занквал. Дон Шау, что такое? Дай мне водилу, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Е-мой, хватит. Поехали, Диман. Хотел сократить, но нафиг. По-моему, лучше не сократить. Поехали. Ладно, без тебя поеду. Я хотел сократить дорогу, а там, блядь, через заднюю дверь. Хер развернешься. Опа, да, а я смогу здесь войти? Да, входи. Не, чуть не получается. Понятно. Ой, куда я подъехал? Да, не хотел. Не хотел. Да у меня кнопка была зажата, я ее отпустил. Ты не понял, маркер. Ничего. Ладно, дай мне войти. Поехали, Димас. Сигналить надо. А я сейчас копов не привлекурил. За проезд передаем, Диман. За проезд передаем. Ближе. Они на пристани, блин, стоят. Как я заеду, если они меня... Диман, за проезд передаем. Диман, это не проезд. Что ты делаешь, Диман? А, что вы? Такой передавалки за проезд мне не нужно. Диман, стой! Сейчас автобус ты угробишь. Что ты делаешь? Диман, ты все окна прострелил. О, блядь. Ну, Диман. Чё она не слышит, эта баба, блядь? Я ей сигналю. А, ну окна целые. Слишком целые. Что? Да она стоит на пирсе, блядь. Она прям на пристани стоит, а тут мостик. И она около яхты. Как я туда заеду? О, боже. Жизнь, бог. Что такое, блядь? Не понял. Как Димас, туда попасть? Можешь повернуться в левую... Можешь повернуться в левую сторону и сделать фак, короче, чтобы окно прямым стало? Блять, почему эта баба меня не слышит? Чтоб окно выпрямилось. Нет, так она стоит там около воды, блять, а я... Как? Чтоб окно, Диман, с нормальным стало. Можешь фак показать? Ладно, Диман. Она не слышит, моя баба, пропусти. Как ей послать? Она около яхты стоит. У тебя фак не получается показать.
Сейчас будет колбаси, Диман. Диман, куда едем? А, едем навстречу этим. Да, едем навстречу саркофагу. Только она почему-то меня не слышит. Да, Диман, хва харе. Да я ботов пугаю. Да лобовое стекло хоть не постреливай, пожалуйста. Это я тупо ботов пугаю, чтобы это... Она тупо меня не слышит, блядь. А я ближе не могу подъехать. Тихо, тихо, тихо. Дрифт на автобусе. Едем мы без повода. Да Диман! Да Диман! Ну что ты сделал? У нас автобус царапан. Может, Диман. Не, стой, стой. А не поздно. Ладно, поехали, когда знаешь, я... на чем? Стой, только не стреляй. Когда не я стреляй. На автобусе, им поздно. Стреляй, им поздно. Даже бот не боятся. Зализанный супермен стреляет, блядь. Че им бояться? Я сделал долгий сигнал. Садись, Диман. Надо не пиликать, а именно... Да не стреляй, Диман, не стреляй. Именно 3 секунды надо только... пиликать. У тебя... Чего? Чего это у тебя за патроны стоят? А, это джинрны, патроны. Ну это, тебе надо разработку делать. Да садись давай. Да подожди ты, копов убенрол, чтобы копы... копы дали. Это джинрол, чтобы копы дали. Логично. Давай, я сажусь. Так, ну все, поехали. О, там пазан. Лимузин. Нет, быстро ехать или медленно? Диман, представь то, что мы супер богатые супермены зализанные, короче. Ну я стараюсь. А. А, слишком быстро еду. Я думал, она торопится. Так, где здание Эпсилон? Я понял. Можешь мне еще на светофоре стоять? Интересно. Пока синей точки нет, не знаю. Стоп, а что там за... Что там ему за мотоцикл стоял? Открытая сессия. Да ну... Да не только... Уф. Я чист по маркеру. Дима, можешь пригласить Эмирали в тусу? Андрин, это... Ну, понятно. Просто когда таксистом работают, да? То они, блядь... Да, который вчера у нас в тусе был. Можешь его пригласить? Типа долго, блядь, опаздывает. А, сейчас позову. А мне меньше. Слышишь там, Дима, что сказали? This is sexy car. Сексуальный мужчина. Я не слышу, я тебя не слышу из-за них. This is sexy car. Вот, наконец-то хоть такие задания, которые мне нравятся, пошли. Как в GTA 5, блядь. Такие без напряга особо. Блядь, не уебался. Эти тачка, сука, прям передо мной. Так. Мы едем слишком быстро, Блять. Слушай, я и не заметил. Тут справа полосочка. Надо было на нее смотреть. Я что-то не понял. А? Скорость зеленая должна быть, да? Да, там живой Диман. Она зеленая. Примерно заполнена больше половины. Так. Да, я знаю. Я сейчас намерен написал, что произошло. 9350. Ну ладно, я вообще туда не смотрел. Я только сейчас заметил эти надписи. Хуй знает. Он приехали. Здесь еще может заспавиться, Диман, так что сейчас. Алло, Мирали, привет. Короче,
Этот, знаешь, Бип Хаус, правильно? И они тупо мимо и плюсы так проходили. Так, кстати, мне же надо в казино зайти. Ну там только Тайра Кали не было. А, какой-то еще... был парень, подожди, которого я не видел в Бип Хаус. И Азиза и Ума. Потому что их так зовут, и что-то такое было. Диман, скажешь, когда синяя метка появится? Появилась, нет? А, все понял, мне просто тебя дожидаться. Сейчас, сейчас. Ты провалил сейчас. Не, у тебя пропал лимузин, и ты просто мордой об землю ударился. Хорошо, что я сейчас смогу заснять.